Доминик Марос, считаете ли вы цензуру / ограничение свободы слова в интернете оправданной? Ну, я бы не говорил о цензуре, у нас цензуры вообще нигде нету. В советское время была цензура, она была официальна, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была их работа, они зарплату за это получали. Никакой цензуры у нас сейчас нет, ни в одной сфере. Что касается интернета и свободы. Свобода, конечно, я уже вам сказал, да, что я считаю, что эта свобода вообще это одна из фундаментальных ценностей. Вот говоря об этом, я, если помните, еще и сказал, что она все-таки заканчивается там, либо как-то трансформируется, во всяком случае, там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. Вот то же самое касается свободы интернета. Ведь там должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Ну, вот, скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, ну, вот сейчас, скажем, вот эти группы смерти, так называемые, значит, подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что? Это мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Да нет, конечно. Общество должно себя оградить от преступных посягательств. Поэтому здесь, в интернете, должны действовать такие же законы, как они действуют везде при регулировании общественной и государственной деятельности.